В отличие от сегодняшней мемуарной литературы, которая, как правило, пишется под диктовку главного действующего лица, с расстановкой соответствующих акцентов, очень часто пишет эту книгу не тот человек, который стоит на обложке, а соответствующие профессионально обученные люди. И степень искренности такой книги, она, к сожалению, бывает не всегда высокой. Я не буду характеризовать писательский стиль Игоря Вячеславовича. Он его сам примерно обозначил. Я не очень, честно говоря, понимаю в этой стилистике. Но я хочу отметить на то, что факты, не комментарии именно, комментарии могли быть любые, оценки могли быть любые, но факты в этой книге изложены очень точно. И я должен просто восхититься в определенной степени той дотошностью и скрупулезностью, с которой Выдрин занимался изучением материала. Мне было и интересно, и приятно видеть свое выступление, условно говоря, на пленуме обкома партии в конце 80-х годов, о котором я уже, я помню, что было такое выступление, но я не помню дословно, что я там говорил. А когда поднималась стенограмма, и я мог прочитать, а что там было сказано, первый вопрос, который у меня возникал, это как меня в то время не выгнали из партии. Книга носит действительно очень уникальный характер. Она дает достаточно точный срез времени. Она дает понимание того, как органы власти в Екатеринбурге работали, чем они были мотивированы, какие ставили перед собой задачи и какими способами обеспечивали достижение этих задач.